На заседании обсудили вопросы, связанные с организацией предстоящих выборов президента Российской Федерации. 18 марта с 8 утра и до 8 вечера в Анапе и районе будут работать 75 избирательных участков. Как отметили единороссы, важно, чтобы процесс голосования прошел без происшествий. Для этого особое внимание к обеспечению безопасности. Также необходимо обеспечить полную прозрачность выборов и не допустить нарушений. В Анапе ожидают высокую избирательскую активность. Ничто не должно помешать спокойному волеизъявлению каждого гражданина.